О, мы с Даней прячемся, Дань. Я тоже. Дань, погнали за мной, Даня, назад. Вот в этот, вот сюда за мной. А что делать, я понятно. Тебе сейчас нужно подождать. Это как обычно. А вы меня убить можете? Нет. Просто хочу его наш найти. Вот смотри. Если хочешь, можешь просить подсказку. Мы же все на правой стороне, верно, люди? Мы на правой стороне? Да, вот смотри, вот тебе нужно на этот канделябр запрыгнуть. Значит, можешь прыгать куда хочешь, заходить куда хочешь. Тихо, я шаги слышу. А, визуализацию отключи. А, кстати, да, визуализацию отключи. Я слышу. У меня звук не максимум. Ну просто вдруг у тебя это... Тихо, да тихо. Так мы уже не топаем здание, так что все. Да я понял. У меня качество звука больше. Была бы у меня визуализация, я бы все видел. Дань, если нравится нычка, поприседай, если не нравится, то просто видно. А вот от одного до 10 поприседай, и сколько раз, типа, вверх-вниз, если что считается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10? Я считал. Нет, я только как бы считал, так что да. Фин, Даня забагался. Кстати, погоди, Син, пойдем сюда. Кстати, я тебе еще прикольчик покажу. Тебе Син. Знаете, а я вообще не... Чего? Син. Смотри на меня. Син. Вот я сзади. Извини. А, это Даня. А как мне вылезти отсюда? Даня, ты опять забагал. Да, ты... О, а после смерти получается свет. Да. Ну ладно. Ладно. О, победа. Мы на правой стороне, если не знаю. А, вы все прям? Один дебил нет. Ну ладно. Да, мы в прятки играем. Коля, пожалуйста, не надо, я хочу с ними поиграть. Не надо! Ты забыл, как я шутил про твою ногу? Моя Оля. Да блин, да где вы все? Я вас вообще не понимаю. Егор, помнишь, да? Помнишь? Дань, отключи визуализацию звуков, кстати говоря. На, пообщайся. Даня, я тебе так скажу, я сейчас тебя вижу, ты тычешься в пианино. Зашел в центральную дверь, развернулся, осматривается, идет к зеркалам, а нет, развернулся, идет к гробам. И там на гробах есть эта нычка, ты отошел, идешь. Лёх, посмотри налево выше, Да я тебя видел, Блять! Он сейчас орёт. Да я так и орал! Синк, лови мяч! Лови ещё мяч! Я слышал. Они где-то здесь. Все. Я помню. Вы не здесь? В смысле? Такой Синг. Синг, в хоккей поиграем. Какой хоккей? Вот видишь, шайба ледяная вылетела. Да что ты делаешь, долбоёб? Егор, здрасте. Какой пиздец. Минус. Даня. Попрыгунки. Даня. Гургер. Я прям перед твоим носом был. Спасибо.
Нет! Бургер! Зачем его убивать? Он же медленный. Как ты туда забрался, объясни мне. А ну подумай, как-то, да? Вот как-то, а вот как-то забрался. Да ты нечестный! Мне нужно было зайти туда попасть. Ну ты там какашки кусок. Вот я, смотри, вот я тут вылез, да, такой огрызной. Ну, как бы надо осталось 2 минуты, чтобы его найти. Да, в принципе-то, найдем, наверное, всем. Смотри, смотри, смотри. Мне почему-то кажется, что мы его не найдем. Не, мне кажется. Какой шанс, что он вообще на улице спрятался? Вы об этом думали? А на улице нельзя спрятаться там. Ну, только вот через телепорт, который я уже прочекал. Да, не там мог спрятаться, серьезно. Где? Наверху? Нет. И он такой в коробках. Да, Даня в коробках сидел! Серьёзно? Ладно, поздно, давай ты не будешь его сейчас смешать. Да нет, да я просто так шутить. Если хочешь, чтобы ушки не болели, можешь уйти в другую комнату? Да, ты очень много мата услышишь. Да, Егор, не надо. Плотник, не надо Егора, Егор, не надо плотника. Мне в ебучий дом не дают зайти. Да плотник, не надо, все. Я выхожу, смотри, он стоит на месте. Смотрит в дверь. Так, стой, я кого-то слышал, прыжок. А, это мячик. Прыжок, ты не слышал. Прыжок мячика. Ну согласись, вот ты попробуй туда запаркурить, Егор, наверх. Я удивлен, то, что там дали нету, вот где-то я прочекал, если честно. Так, Егор, ты тут все чекал, да? Да, я все прочекал. А ты чекал над камином? Да. Нет. Да? Нет. Нет. Ладно. Да. Сука. Не люблю. Мне кажется, он не может найти эту. Да, он не смог найти эту ничку. Кто может просунуть? Не могу с Даницей. Даница с Батлей. Даница с Батлей. Я слышал шаг, я услышал шаг. Либо это ты, а я прыгал. Ну, возможно, я не рядом. Я был рядом. Пиздец. Инфосотка, он где-то, блядь, в часах сидит, да? Ну, вроде, у меня оповещения включены, потому что, да. Мне так удобнее. Да, не можешь сейчас тогда это написать в Вайбер, где ты был? Я вам покажу. Егор, ха-ха-ха-ха-ха. А-ха-ха-ха-ха. Это будет видео. Я был в камине. Который наполовину затекстурированный, то есть через него нельзя было пройти, то спиной, да, развернулся? Типа там вот в один краешек. Вот, погоди. Вот, покажи Дань. Погоди, серьезно? Я сам пойду. Вот, я не буду убивать. Нет, не надо. Я скажу, тот самый или нет. Егор, не выходи, ладно? Потому что это... Да. Вот. Да. Я хотел не спрятаться, вот. Я хотел спрятаться вот в этой части в один момент. Егор, я главное там чекал в одной из хаток. Он, значит, в этой начал. Я заходил, я туда везде чекал. Не понял. Я понял.